Фасоны платьев для женщин в возрасте, с помощью которых можно создать стильные и современные образы. Мы уже не раз говорили о том, как выгодно платье-рубашка подчеркивает достоинство женской фигуры и также успешно скрывает ее недостатки. При этом платье-рубашка может выглядеть абсолютно женственно и элегантно, если выбрать правильный фасон и актуальный принт. Миди с длинными рукавами, их стоит подвернуть, и тонкая вертикальная полоска – самый выигрышный вариант такого платья. Не менее интересно будет смотреться платье-футляр, даже из плотного трикотажа, но нейтрального цвета. В сочетании с удлиненным жилетом или жакетом получится невероятно изысканный и стильный аутфит. Две вертикальные полоски жилета вытянут силуэт, фасон платья добавит элегантности образу, а белый цвет скажет о благородстве и тонком чувстве стиля. Но возможны варианты. Одна из наиболее удачных моделей платья для женщин в возрасте – миди с запахом. Оно наилучшим образом справляется со всеми стилистическими задачами. Вытягивает силуэт, скрывает животик, облагораживает зону декольте. А правильно выбранный цвет омолодит, освежит и добавит шика образу. Платье в стиле ампир, хотя и имеет некоторую торжественность, все же вполне может быть использовано в качестве повседневной одежды. Особенно актуально оно будет смотреться летом и в сочетании с вещью из стиля casual или из мужского гардероба. Например, добавить к нему можно джинсовую или кожаную куртку, а также строгий жакет. Женщине в возрасте нельзя отказываться от очень актуального и стильного узора на одежде – леопарда или любого звериного принта. Тем более, что это классика, которая остается с нами уже долгие годы и может стать достойной инвестицией в гардероб. Главное условие при выборе леопарда – масштаб рисунка и сочетание леопардовой вещи с другими элементами аутфита. Принт не должен быть на всем подряд.